Проморолик триллера «Стекло» стал хитом сети. В главной роли в фильме снялся Джеймс Макэвой. Ролик собрал за 3 дня более 6 миллионов просмотров. Триллер фантастического триллера «Стекло» стал интернет-хитом, собрав за 3 дня более 6 миллионов просмотров на YouTube-канале Universal Pictures. В главной роли снимается актер Джеймс Макэвой. Режиссером фильма выступил М. Найта Шьямалана. Также в съемках приняли участие Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон и другие актеры. Лента является сиквелом «Сплита», вышедшего в 2017 году. По сюжету фильма, в главном герое Кевине Уэндилле Крамбе живут 24 разные личности и сильный зверь. Он находится на лечении у доктора Элли Стейтл, которая убеждена, что сверхспособности героя – просто выдумка. Однако вскоре ей приходится убедиться, что это не так. Выход фильма на широкий экран ожидается в январе будущего года. Ранее сообщалось, что трейлер фильма «Аквамен» с Джейсоном Момоа собрал 15 миллионов просмотров. Трейлер фильма «Годзилла 2». Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.